К другим темам. Электронную базу бездомных животных создадут в Подмосковье. Специальная электронная платформа заработает уже в этом году. В ней будет содержаться вся информация о пойманных животных. Это фотографии, дата стерилизации, вакцинации и привязка к местности. Об этом сообщает портал РИАМа, ссылаясь на депутата Мособлдумы Сергея Двойных. Животные попадут в базу только после чипирования. Этим займутся специальные организации. Также, возможно, к этой работе привлекут волонтеров. Стоит отметить, что с подобной инициативой могут выйти и сами организации добровольцев. Напомним, чипирование бездомных животных начало обкатку в Подмосковье еще в 2016 году. Его суть заключается в отлове и содержании безнадзорных собак и кошек. Средства на эти цели обычно закладываются в областной бюджет, а саму процедуру проводят организации, которые выбирают муниципалитетах по результатам торгов. Анна Троян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.